Россия не является главным геополитическим врагом США, заявил президент Барак Обама, опровергнув тем самым слова экс-кандидата в президенты республиканца Митта Ромни. Глава Белого дома выступил с таким заявлением в Гааге в заключительный день саммита по ядерной безопасности. На итоговой пресс-конференции американского президента и хозяина саммита премьер-министра Нидерландов Барак Обама в частности заявил: «Россия – это региональная держава, которая угрожает некоторым из своих соседей». Но это проявление слабости, а не силы. В целом, заключительный день работы саммита был посвящен процессу обеспечения глобальной ядерной безопасности. Ранее 30 стран-участниц договорились о принятии дополнительных мер по усилению защиты безопасности хранения радиоактивных веществ. У нас еще остается много работы для того, чтобы выполнить амбициозные задачи, поставленные 4 года назад, в том, что касается обеспечения безопасности хранения ядерных и радиоактивных отходов, как гражданских, так и военных. Убежден, что это крайне важно для безопасности всего мира. Учитывая катастрофические последствия в случае одного единственного ядерного инцидента, мы не можем расслабляться. К инициативе о подготовке профессиональных кадров, укреплении мер доверия, защите конфиденциальной информации и взаимодействии с МАГАТЭ присоединились 33 страны, в том числе Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, США и Франция. Достигнутое на саммите соглашение представляет собой важный шаг по улучшению ситуации с ядерной безопасностью, передает из Гааги наш специальный корреспондент Джеймс Фрайни. Но остаются две проблемы. Первая – это договоренность не является юридически обязательной, а основывается лишь на доброй воле стран-участниц. Другая – то, что Россия, страна с самым большим ядерным арсеналом, отказалась присоединиться к ней.